Привет, мы на очередном объекте, парк Лага. Не знаю, слышно мне или нет, тут очень шумно, но надеюсь, что слышно. Делаем здесь приточку и вытяжку, вот оттуда они выходят со стены. На улице труба пока заканчивается, так как там еще неизвестно, что будет, как это все выглядеть, потому что здесь проекта нету, проект составить здесь невозможно, так как здесь работает очень много бригад разных, никто не знает, какая влажность здесь будет, никто не знает, какая температура, как еще отапливаться все это помещение будет, поэтому проекта здесь составлять смысла нет. Тут все вот эти трубы я считал сам, чтобы это все работало, чтобы был обдув воздуха. Видите, как здесь выглядит? Заказчик сказал, то, чтобы каждое окно индивидуально обдувалось теплым воздухом, чтобы окна не потели. Калорифер буду чуть позже рассчитывать, когда дела пойдут дальше, как нам скажут, что продолжать работать. Вот, пока наша работа здесь закончена. Видите, здесь ребята строят стены. Здесь будет что-то типа дендрария, попугайчики летать, бабочки. Вот, дополнительная гидроизоляция здесь. Соответственно, вытяжка, которая идет, вот она справа, будет вытягивать, она в пике находится, будет вытягивать отработавший воздух. Мы предлагали сделать вытяжку, приточку вот здесь, вот под окнами, но заказчик сказал, чтобы все было на потолке. Вот. Так это все выглядит. Может быть, тут очень много окон, поэтому может быть немного засвечено, но в принципе все будет видно.